журнал «Северный дом» продолжает знакомить жизнью коренных малочисленных народов Севера. Что произошло важного и интересного с началом нового цикла? В 2022 году этнографическому музею под открытым небом Торума исполняется 35 лет. Свой юбилейный год музей начал с постоянной акции выходного дня «День на стойбище». Каждая акция «День на стойбище» мы стараемся разнообразить, что-то внести новое, что-то изменить. То есть каждая акция не похожа друг на друга. Какие сюрпризы приготовили на этот раз, узнаете из нашей программы. Театр обско-угорских народов «Солнце» познакомил юных зрителей с фольклором народа ханты, поставив хантыйскую сказку «Как и мейхыты на санках катался». И это была хорошая возможность окунуться и больше узнать про мир духов этой национальности. В окружном центре народных художественных промыслов и ремесел расцвело древо жизни. Через изделия из дерева выставка «Многоликое дерево» рассказывает о сопричастности человека и природы. Древо в жизни народа – это образ мироздания. Человек родился в природе, человек жил, развивался в природе. Выставочный проект «Традиции Агана» приоткроет завесу мастерового мира жителей реки Аган. Чем богата эта земля, какие тайны хранит и чем живет сегодня? Обо всем это подробно расскажем и покажем. На экскурсии и знакомстве «Стойбище. Мой дом» в этнографическом музее под открытым небом Турума вновь собрались любители активного отдыха. Ведь познавательно-развлекательная акция «День на стойбище» уже давно стала доброй традицией горожан. Стараемся эту акцию проводить один раз в квартал, то есть 4 раза в году. И по сезонам. То есть у нас музей у нас разнообразный, разноликий в разное время года. Весна, лето, осень и зима. Всем известна русская народная пословица «Хлеб всему голова». Вот и знакомство со стойбищем обских угров началось с традиционной глиняной печи. Хоть это и музейный экспонат, но действующий. В нем хоть сегодня можно испечь хлеб или душистый ягодный пирог. В ходе экскурсии гости музея осмотрели промысловый навес с традиционными лодками и ловушками для рыбы народов ханты и манси. А также посетили летние и зимние домики обских угров, где гида буквально забросали вопросами. Для посетителей, прежде всего, если приходят семьями, внутренний быт больше всего интересен. Вообще, как жили, чем питались, как внутреннее убранство было устроено. Если к мужчинам отнести, они больше заинтересованы вообще по охоте, рыбалка, охота. Для самых маленьких посетителей в традиционном жилище обских угров Чуме провели настоящую зарядку для ума с головоломками коренных жителей. Ведь на стойбище школ не было, а с помощью таких игр у ребенка развивались память, воображение и логика. В традиционной культуре специального обучения никогда не было. Ребенок с детства смотрел, что делает взрослый человек, и пытался научиться делать точно так же. И поэтому также, наверное, здесь в игрушках ребенок учился у старшего поколения делать. Что делают старшее поколение, то и ребенок уже учится делать с детства. На следующей площадке музея творческие натуры могли создать авторский фантазийный сувенир из бисера. Бисер – это традиционный материал у коренных жителей, у обских угров. И его обычно применяют в украшении одежды или аксессуаров, которые используют в быту. В ходе мастер-класса гости узнали, что бисероплетение – это традиционно женский вид ремесла. Мужская одежда не украшалась бисером. Зато хантыйские и мансийские модницы до сих пор очень любят этот материал, и особенно в восточной части округа. Очень много и объемно, и активно используют восточные ханты. У них даже платья очень тяжелые по весу, потому что бисер – это тяжелый материал, и они даже платья прям весомые такие, потому что там полосы очень широкие нашиваются, и не одна полоса, поэтому когда вот его берешь, платье такое весомое, как кольчуга, наверное. Ежегодная акция «День на стойбище» – это отличный способ не только провести день на свежем воздухе всей семьей, но еще и узнать много нового, чему-то научиться. Именно поэтому она так любима горожанами. Маленькие имехиты ни отца, ни матери не помнят. Давно они умерли. Имехиты с бабушкой живет.
Живут они на далеком берегу большой реки, таком далеком, что если идти туда, это место краем земли покажется. Постановка «Имя Хиты» создана театром обско-угорских народов «Солнце» по мотивам хантыйской сказки «Как имя Хиты на санках катался». Ее премьера состоялась в октябре 2021 года, но была вновь показана маленьким хантымансийцам. Театр обско-угорских народов – основное направление творчества этого театра – это сохранение традиций и донесение до зрителя мифологии, сказок о обских угров, да, манси, хантов. Вот. Ну и поэтому мы углублялись в мифологию. Я много читал, прежде чем приступить к этой сказке. Спектакль «Имя Хиты» переносит своих зрителей в древние времена, когда лесные духи менквы жили рядом с людьми. Мальчик мечтает стать таким же ловким охотником, как и его отец, поэтому бабушка дарит ему заветный лук и стрелы, и он отправляется на охоту. В своих странствиях имя Хиты встречает разных сказочных существ, взрослеет и даже влюбляется в лесную деву Ялань Ики. Он вырос, возмужал и начал охотиться, добывать пищу в дом. И, конечно же, в один день он встречает нашего маленького персонажа Менква, которого зовут Менгпоших. И именно Менгпоших, вот благодаря ему, этот мальчик Имя Хиты встретил как бы свою судьбу, увидел другие народы и влюбился. Актерам театра «Солнце» удалось окунуть зрителей в таинственную атмосферу мира духов хантыйского народа с помощью этнической музыки, хантыйской речи и выразительной пластики, которая знакома каждому, кто интересуется культурой коренных народов. Режиссер Анатолий Гущин признается, что особенно приятно это было делать для детей. Сделать спектакль для детей гораздо сложнее, потому что удержать внимание ребенка сложнее, чем взрослого. Если у взрослого есть уже какой-то опыт жизненный, и он может какие-то вещи читать и интерпретировать на свой лад, то для того, чтобы удержать внимание ребенка, это гораздо сложнее подобрать выразительные средства и делиться с ними обмен энергией. Это сложнее. У истории «Имя Хиты» счастливый финал. Герой становится опытным охотником и даже женится на любимой Ялань Ике. Сказка учит, что преодолев все препятствия, ты обязательно получишь награду. А тем временем в стенах Центра народных художественных промыслов и ремесел открылись два выставочных проекта «Многоликое дерево» и «Традиция Агана». 2022 год объявлен годом культурного наследия народов мира. Поэтому окружным центром ремесел запущен большой цикл мероприятий, первым из которых выставочный проект «Многоликое дерево». И мы хотели показать дерево, которое живет в культуре разных народов. И не просто живет, а превращается в прекрасные уникальные изделия. Поэтому на выставке мы видим изделия и русского населения, и коми, и хантов, манси, ненцев. Всех, кто проживает на нашей территории, кто дружит с традицией и кто эту традицию сохраняет в своих изделиях. Бытовая утварь, строительные и музыкальные инструменты, игрушки, оконные ставни, обувные колодки и многое другое, созданное мастерами Центра ремесел с помощью различных технологий обработки дерева, таких как долбление, резьба, роспись. Никаких площадей не хватит, чтобы показать все многообразие деревянных изделий. А в центре экспозиционного зала отождествляет древо жизни изящно украшенное дерево. Корни. Как бы нижний мир – это предки. Мы это выстраиваем, как это традиции, которые переходят из поколения в поколение. Ствол – это то, чем мы живем сегодня, какими традициями мы владеем. А вот эти маленькие веточки поросль – это то, что будут сохранять и развивать наши дети, которым мастера сегодняшние. Мастера, живущие, передают свое ремесло. Почти все экспонаты, представленные на выставке, новые, воссозданные по древним технологиям предметы. Но одни старинные детские сани датируются первой половиной 20 века. Их передал в фонды Центра ремесел неизвестный даритель после генеральной уборки своего гаража. Это очень древние детские сани,
которые выполнены без единого гвоздя. Поэтому мы хотели показать еще и уникальные предметы, которых сегодня мало кто встретит в жизни. А когда посетители приходят, они говорят, я же еще каталась на таких санках, особенно на деревянных. Даже в 70-х годах 20 века в деревнях еще жили и бытовали такие санки в нашем округе. В соседнем зале расположилась выставка «Традиции Агана». Это первая выставка масштабного проекта «Художественные традиции Югры», который постепенно расскажет своим посетителям истории ремесел о разных территориях нашего округа. Аган – одно из немногих территорий, которые смогли сохранить свое ремесленное ядро – межпоселенческий центр национальных промыслов поселка Аган. Благодаря ему в Нижневартовском районе смогли сохраниться уникальные виды ремесел. Например, накладная аганская береста, фон которой красили смесью золы и рыбьего жира, а уже затем пришивали орнаментированный берестяной узор. Помимо агана, такой же метод создания берестяных коробок используют только на Югане. Когда 70-е, 80-е годы нефтяники стали прокладывать трубы, то в лесу оставляли пленку черную. И многие и в Сургутском музее, и на Агане люди стали применять, уже не выполнять традиционно, не окрашивать бересту, а уже закрывать черной пленкой. И уже на пленку пришивали, то есть получалось, что береста, пленка и только потом вырезанный узор. Интересно, что древнее ремесло плетения коробов из корня кедра или корневатиков на сегодняшний день сохранилось только на Агане. Хотя еще несколько десятилетий назад этим занимались на многих территориях. А все из-за того, что плетение корневатиков – крайне трудоемкий процесс, требующий недюжинной силы. Так как есть в Агане все-таки центр, я буду называть его центр ремесел коротко, то мастера продолжают работу. Укрепляют свои руки, и более четкая становится форма, потому что все-таки опыт тоже нужна. Работа, я не скажу, что это вышивать и работать с бисером. Собрать его, подготовить, почистить, и потом, и все-таки и работать с корнем, это тоже. Это очень много. Пальцы должны быть, кисть должна быть крепкая, и опыт работы. На выставке «Традиции Агана» также представлена древняя керамика. Чем необычны такие экспонаты? Дело в том, что ханты и манси никогда не занимались глиной. Однако на селище Нёх-Урий на реке Аган археологами было найдено множество глиняных черепков. Из чего ученые делают вывод, что это отголоски еще более древних народов. Керамикой занимались люди, которые вели оседлый образ жизни. Все-таки наши абские угры, у них кочевой образ жизни. Это другие люди, другие племена. Поэтому срез, кто жил на земле Агана, он тоже интересен. Следующая территория, на которую обратит свое внимание центр ремесел, станет город Сургут со своей россыпью разных национальностей. А значит, следующая выставка цикла станет еще масштабнее.